девочка как. Привет. Как тебя зовут, девочка? Какая красивая девочка, да? Сашуль, помаши ручкой. Помаши ручкой, ладушки сделай. Привет, помаши. Как ты машешь? Привет, привет. Видишь, какая хорошая девочка, да? Да. Как у нее платье красивое, да? Тихо, тихо, тихо. Привет. Какое платье у девочки красивое, да? Мама! Видишь, что мы будем тут гулять? А ты какая лиси? Нет. Не си какая, ты си беба? Да. Добре. Няма да го пипаш, само ще го гледаш, бебе, ти ще му се радваш. Кажи му как се казваш, кажи му как се казваш. Помаши ручки, Саш. А? Ама сега се додавам. Ма той говори на друг език. Я го попитай. Ама, не понимам. А, я го попитай, как тебя зовут? Саша, Саша, ой, какой красивый. А как вашу дочку зовут? Это моя внучка. Внучка? Да, внучка. Это моя внучка. Мия. Мия? Да, очень старое болгарское имя. А Мия. Что оно означает? Ну, ничто не означает, но это очень старое. Старое имя. Сколько лет ей? 2,5. У нас только год исполнился. Только год. 2,5 исполнила в пятницу. Не пипай бибероната. Нали се разбира? Айде сега хода да взема баба. Да заключиме. Красивая какая девочка, да? Да, Саша? Ох, какая красивая девочка. Вот какая хорошая. Да. На болгарском говорит девочка, да? О, тихо-тихо, аккуратнее. Помаши ей, привет. Помаши ручкой. Привет. Помаши девочке. Ой, убежала. Ну что ж ты пугаешь так девочек? То на площадке хватаешь за ноги, то за волосы. Да, надо быть очень аккуратной с девочкой. Да. Видишь, какая красивая. Да. Хочет перевернуться. А вон девочка там. Вон там девочка. Ну, кино, скажи, да, Саш? Все. Ну, ладно, не сердце, побежала девочка. А Сашу надо аккуратнее быть. Сейчас поедем спать уже, все.